Передвижная выставка конкурса имени нашего земляка, уроженца Печоры, военкора Андрея Стенина продолжает шествие по миру. Вслед за столицей Аргентины выставочные работы международного конкурса фотожурналистики памяти Андрея Стенина покажут в аргентинском Ла-Плата. Экспозиционной площадкой станет Сенат провинции Буэнос-Айрес. Посетители могут увидеть несколько десятков работ из Испании, Италии, России, Франции и других стран. Ранее лучшие работы конкурса 2021 года выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Мадриде и колумбийском Энвигадо. Российский фотокорреспондент Андрей Стенин погиб при исполнении профессионального долга, находясь в командировке на Украине в 2014 году. Посмертно награжден орденом мужества. Конкурс имени Стенина – это единственная в России международная площадка, поддерживающая молодых фотографов от 18 до 33 лет и открывающая их имена миру. В 2021 году конкурс собрал более 4500 работ из 70 стран мира. Каждый год прием заявок стартует 22 декабря, в день рождения Андрея Стенина.